Идею создания Народного фронта высказал премьер Владимир Путин, выступая в Волгограде на конференции «Единой России». Основная цель объединения – сплотить общественные, молодежные, ветеранские организации, предпринимателей, профсоюзы и всех неравнодушных людей для решения важнейших вопросов развития страны. Сегодня о присоединении к Народному фронту заявили уже 140 таких объединений нашего региона. В нашу организацию входят представители буквально всех значимых общественных организаций Волгоградской области. Соответственно, все их пожелания или большинство самых важных пожеланий и проблем, которые будут обсуждаться публично и приниматься решения, вот, в том числе и на Координационном совете, будут отправляться в Москву. На первом заседании Координационного совета участники обсудили декларацию Народного фронта, а также наметили ближайшие перспективы работы. В планах обсуждения кандидатур от общественных организаций, которые будут представлены на грядущих выборах в Государственную Думу. По мнению спикера регионального парламента Владимира Ефимова, Координационный совет будет играть важную роль в общественной и политической жизни региона. Вам нужно будет. В первую очередь это такое собрание людей, где мы будем вместе с вами консультироваться, обсуждать злободневные темы, вопросы, в том числе обсуждать итоги предварительного голосования ваших общественных организаций, выяснение не только проблем, которые волнуют вас для формирования стратегии развития области до 2020 года и далее, и стратегии развития России. К слову, работа над формированием регионального отделения Народного фронта продолжается.